Она не ожидала, что умрет этой ночью. У нее, как ей казалось, не было врагов. Ее жизнь была ничем не примечательна. А что, если у нее все-таки были тайны? Только чьи-то тайны намного страшнее и при этом гораздо опаснее. Кэт? Кэт, нет! Боже мой! Нет! Нет! Я детектив Дженнингс. Ты знала что-нибудь про ее клиентов? О чем ты говоришь? Она учитель. Она проводила трансляции на вебкам-сайте. Я знаю, что это не одна из моих книг, но я хочу помочь. Это личное. В качестве Дезире она была очень популярна у некоторых клиентов. А кто знает личности ваших исполнителей? Только я, моя мама и мой брат. Это семейный бизнес. Ты говорил с ее бывшим мужем? Она хотела его шантажировать. У него железное алиби. Он явно что-то скрывает. Кэтлин была прекрасным учителем. Мы все скорбим о вашей потере. Если что-то знаешь, пора сказать. Все в конверте. Все доказательства, что собрала Кэтлин. Осторожно, Грейс. А теперь умерь свое богатое воображение. Или я сделаю это за тебя. У нас завелся серийный убийца. У каждого есть секреты. Так?